Вызвать врача на дом и не вести ребенка в больницу призывает родителей главный врач детской поликлиники номер 1 Петропавловска Светлана Кремер. Сейчас из-за ситуации с распространением коронавируса в медучреждении приостановили плановые профилактические осмотры у педиатров и узких медицинских специалистов. С целью разобщения потоков здоровых и больных детей также было принято решение о ограничении плановых профилактических посещений поликлиники к педиатрам и к узким специалистам. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы исключить заражение детей в условиях медицинской организации. Прием детей для оформления НАМСЭ, прием детей с хроническими заболеваниями, осмотр детей с целью назначения лекарственной терапии осуществляется по обращению в поликлинику. Данные приемы осуществляются в рабочем режиме. Для обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в детской поликлинике значительно увеличили количество врачебных бригад для выезда к пациентам на дом. Учитывая высокий риск распространения коронавирусной инфекции, убедительная просьба родителей, если у ребенка появились признаки заболевания респираторно-вирусной инфекции, пригласите врача на дом, оформите вызов через оператора колл-центра или сайт поликлиники через дополнительный сервис онлайн «Вызов врача на дом». Дополнительные бригады врачей-педиатров окажут медицинскую помощь детям на дому непосредственно в день обращения. Для этого созданы дополнительные бригады, и поликлиникой предпринимаются все меры для того, чтобы дети были обслужены на дому. Не водите больных детей в поликлинику.